песню Владимира Ландсберга, известно, наверное, такое имя, известный автор, слава композитор, Богу. Царство ему небесное. Проводил он у нас в Серпухове фестиваль, второй канал он назывался в Россеменовском. Вот такой фестиваль был, помню. Огромный фестиваль, замечательный. Сейчас проводят его дети, проводят в Заокском. Саша там тоже принимает участие в оргкомитете. Вот. Но это не реклама, приезжайте к нам когда? Чего? На второй канал Ландсберга. Он сейчас не второй канал, он сейчас Бенефис называется. Да. Вторые выходные июля. Июля. Вот. В прошлом году был там Рома Ланкин с томской дивизией замечательных композиторов и авторов. Вот. Ну а все это организовал Владимир Ландсберг. Вот хотим показать его песню. Эта песня была написана незадолго до смерти, когда он уже был неизлечимо болен, лежал в палате. И вот написал такую песню. Разменено счастье на деньги, загружена в трюм колбаса, и вновь я к облупленной стенке швартуюсь, дугу описав. Волна табуретку качает, спокойствие кажется сном, и кружится чайка над чаем. Теперь и расслабиться можно, границы всему на замке, и высшие функции мозга бурлят, бурлят, облетев казанке. Починки белья так неуправляемым телом. Урали вселенскую мглу, я бож с ноутбуком в целом. В твоем я прописан углу. Всюду, естественно, не навсегда. Пока еще бьется посуда, и в кране бывает вода. Ты, я вернусь отовсюду, естественно, не навсегда. Пока еще бьется посуда, и в кране бывает вода. Спасибо. Песня того же автора. Песенка о голове. Подпевать не запрещается. Все бы ладно, и все бы ничего, да замком никак не сладить. Нынче в ночь, на встречу раз в году, отправлялись поезда. Дверь кто-то замер, ушел в
тихомолку на ночь глядя. На ночь глядя, такие, брат, дела, и не деться и никуда. Так возьми, досконально изложи на бумажной четвертушке. С чем в ладу, с чем немного не в ладу, чем допек утробный бой. За прошлом столетии писал Александр Сергеевич Пушкин про такую забавную игру «Бой Руслана с головой». А тому, кто родился с головой, нет ни праздников, ни бубен. Щиплет Гамлет, ромашку быть не быть, тоже вроде бы учен. Своими не щемишь там нибудь, головами льются люди, льются насмерть, а если на жизнь, на какое дело в чем? Встань в рассвет, санитарные часы свежевыскобленных улиц. Помолись вместо Господи спасибо, повторяя черта с два. Может, там у аптеки за углом жизнь тебя и караулит. Хорошо, дверь кто-то за мир ушел, так на то же и голова. Может, там у аптеки за углом жизнь тебя и караулит. Хорошо, дверь кто-то за мир ушел, так на то же и голова. Хочу позвать свою замечательную, обворожительную, не побоюсь этого слова, Настеньку. Маш, ну можно с собакой, пусть она же не может без тебя. У нас не ковровая дорожка, у нас зеленый тротуар. Года три назад, да, Саша? Четыре, наверное, года назад. Три года назад мы были на фестивале, не помню, как называется. Распахнутый утро. На Селигере проводился фестиваль, проводит дочка Висбора, Татьяна. Вот. Ну, фестиваль посвящен песням Висбора и тематике, связанной с этими песнями. Познакомились там с замечательным автором Васей Росенковым, Василий Росенков, поэт, и композитор Анатолий Гусев, полковник. Дедушка 12 внуков, отец 4 детей, замечательный человек, написал вот такую песню. Песня эта была написана по дороге из Москвы в Петербург. Кто на машине ездил, все помним, когда за Тверь мы выезжаем, разрушенные домики такие стоят с заколоченными окошками. И поле клеверов. Вот песня об этом. Четвертый исполнитель. Розовыми волнами ласковое море.
воздух бей. Чудно знаешь, ни на что не сетуя, долго слушать музыку полей. Оглянись вокруг, полями вольными, от таких мертвых хуторов набегает розовыми волнами ласковое море ливеров. Набегает розовыми клеверов. Мотыльки танцуют, сердце мается, и к малине тянется рука. И о чем-то мечтается даже одиноким старикам. Оглянись вокруг, полями вольными, от далеких мертвых хуторов набегает розовыми волнами ласковое море клеверов. Набегает розовыми волнами ласковое море клеверов. Спасибо. Мася, не будешь с нами песню? Ну и в завершение нашего, моего выступления. Ты очень скромный, Иван. Как никогда. Саратовский вальс. Владимир Ландсберг. Извини, да, мы не репетировали, просто у нас было столько вариантов, что спеть, и в последний момент много придумали текста, эту песню, и даже ее не срепетировали ни разу. Как с тобой биться? Я в эту землю сеян, я в этой земле корнями линяю, живу и здравствую, с июня и до маев. Здравствуйте же, сливоглазые, блинокепки, братья-армяне. У вашего здесь крытый рынок, все остальное мое. Все остальное мечется, плачет, грустит, смеется. Все пыльное и взъерошенное, как с тобой чешуя. Это не покупается, и это не продается. Так что пользуйтесь даром, здесь угощаю я. Жрите свои бананы, трешками утирайтесь. Я же почти не голоден, нет денег, еду без. Жизнь подарила мне маленькую, но фирменную радость. И я почти безболезненно в протлинский автобус влез. Я почти безболезненно редко бываю пьяным. Я почти безболезненно трезвым влезаю в жизнь. Пью же я исключительно с Сашкой Саберзяном. А кстати, во всем уже сказанном,
но мы с ним давно сошлись. И как приняли бы нас исключительно с Мишкою Данилианом. И, кстати, во всем вышесказанном мы с ним давно сошлись. Ча-ча-ча, продолжай. У тебя же еще один куплет ты хотел сказать. Нет, я хотел сказать, в оригинале было с Мишкой Данилианом, а мы придумали с Сашкой Сибирзяном. Ну, Владимир Ласберг, я думаю, нас поймет. Ну, скажем так, что придумал скажет, опять Иван, да, Иван Соколов. Ничего страшного. Наш незабвенный автор из Серпухова. Мы не можем пройти стороной Юрия Осича. Нас везут в медсанбат, то почти что коллег, выполнявших приказ не совсем осторожно. Я надеюсь еще протянуться пару лет, если это, конечно, в природе возможно. Возможно, я надеюсь еще протянуть пару лет, если это, конечно, в природе возможно. Мой товарищ лежит и клянет шепотком агрессивные страны, нейтральные тоже. Я ж на чутких врачей уповаю тайком, если это, конечно, в природе возможно. Возможно, я на чутких врачей уповаю тайком, если это, конечно, в природе возможно. Перед нами в снегах, перед нами в снегах леса тундра лежит, медицинская лошадь везет осторожно. Я намерен еще на счастливую жизнь, если это, конечно, в природе возможно. Возможно, я намерен еще на счастливую жизнь, если это, конечно, в природе возможно. Так и еду я к вам в этих грубых санях. Что же вас попросить, чтоб вам было не сложно? Я хочу, чтобы вы не забыли меня, если это, конечно, в природе возможно. Я хочу, чтобы вы не забыли меня, если это, конечно, в природе возможно. Спасибо. Иван Сироткин. А я не ухожу. А я тебя не буду подпевать. Я тебя из зала. Это после того, что между нами было?